В Чувашии проходит месячник «Белая ромашка», который стартовал 24 марта в день борьбы с туберкулезом. Сегодня цифровой кабинет флюорографии приехал обследовать студентов и преподавателей ЧГУ. Туберкулез давно перестал быть болезнью бедных. Сегодня это заболевание относится к социально значимым. Ущерб, причиняемый им не только больному, но и всему обществу, очень велик. Как правило, туберкулез поражает взрослое трудоспособное население. Следовательно, это не только оплата больничных листов, но и выпадающие доходы и несостоявшиеся карьеры. Поэтому важно выявить болезнь на ранних стадиях. Пройти бесплатное флюорографическое обследование и получить консультацию специалиста сразу и почти без очередей можно в мобильном кабинете флюорографии. Уже третий день студенты и сотрудники ЧГУ пользуются этой возможностью. Посещения хорошие. Студенты и сотрудники относятся к этому делу очень ответственно. Мы сразу же начали расклеивать объявления, раздаем флаеры на улице по поводу этого немаловажного мероприятия. И как и я, как и многие из моих знакомых, сделали флюорографическое исследование. Впрочем, мы делаем это каждый год. Для того, чтобы сделать флюорографию в этом медицинском авто, не нужно направлений и других бумажек. Достаточно паспорта и медицинского полиса. В день здесь обследуются по 200-250 человек. На территории Чувашского государственного университета будет работать по 28 марта. А затем 29 марта машина наша флюорографическая выйдет в поселок Лапсары. И через неделю будет работать в поселке Чандрово. Ксения Кравчук, Сергей Рябчиков, Республика.